Это недалеко от Богоявления, Роговское поселение. Сейчас ребята улетели здесь. Гололед, посмотрите, осторожно езжайте, не летайте. И, видимо, администрация поселения забыла обслужить эту территорию. Посмотрите, гололед, должен быть как минимум песок. Офигеть, посмотрите, как машина улетела. Богоявление. Между Богоявлением и Калужским шоссе. Дорога скользкая просто. Скользкая. Безумно скользкая. Ничем не посыпана вообще. Смотрите, машина как валяется. С ума сойти просто. Ничего не посыпано. Да, извините, из газеты Тинау. Это территория Тинау. Показать, потому что летают же, вы сами знаете. Никто же не останавливается, никто не соблюдает. Здесь автобус раскорякался, его объезжали просто. Не, ну здесь же скользко, посмотрите, я вот стоять даже не могу. Во, тут невозможно стоять просто. Поэтому не летайте, а автобус. Ну автобусы нужны же.